Всем привет! Рада всех видеть! Хотите удивить себя и близких и попробовать что-то особенное? Тогда приготовьте капустный пирог на дрожжевом тесте. Рецепт этого теста мой любимый, часто его использую и для приготовления пиццы. Готовится быстро и просто. В чашу миксера отправляю все ингредиенты согласно рецептуре. Замешиваю тесто минут 10 на высокой скорости, перекладываю и оставляю подходить около 2 часов. Смотрим и подписываемся, а также поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Готовое тесто перекладываю и оставляю подходить около 2 часов. За это время делаю 2 обминки методом вытягивания и складывания. Что дает этот метод? Во время складывания, кроме удаления лишнего углекислого газа, происходит активное перемещение дрожжей и их питательных веществ в тесте, в результате чего дрожжи получают новую порцию еды и кислорода. Это улучшает качество теста. Готовое тесто выкладываю на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Раскатываю толщиной 3-4 мм. Переношу в форму, выкладываю начинку. Заворачиваю края, смазываю яйцом, посыпаю льном и оставляю подходить. Когда тесто подошло, отправляю выпекаться. Выпекаю при 180 градусах в течение 20-25 минут. Вы только посмотрите, какое оно воздушное и пористое внутри. И очень-очень мягкое и нежное. Не поленитесь приготовить. Всем пока-пока. До новых встреч.